Я легенда. Американский постапокалиптический фантастический фильм ужасов антиутопия в стиле драматического триллера про вирусные эпидемии и их последствия. Единственного выжившего на планете, вирусных светобоящихся зомби, охотников на вирусных светобоящихся зомби и попытки создать вакцину при помощи крови человека с иммунитетом. Подполковник Роберт Невилл является одним из немногих, кому удалось выжить после пандемии смертоносного вируса благодаря своему иммунитету. Большинство жителей планеты погибли, а большая часть из оставшихся превратилась в вирусных светобоящихся зомби. Роберт потерял всех, кто был ему дорог, и остался один посреди пустого Нью-Йорка. Теперь он охотится в городе на оленей, проводит эксперименты по переливанию своей крови зараженным, пересматривает фильмы из местного блокбастера, а также пытается связаться с кем-нибудь из оставшихся в живых. Параллельно с происходящим постапокалиптическим будущим, нам также показывают в фильме и некоторые сцены о том, как все это началось.